Здравствуйте, меня зовут Джульетта, я живу в Лос-Анджелесе уже много лет, и я хочу поделиться своим впечатлением от школы Михаила Агеева, которую мы только что закончили, «Пятый поток». Сначала я немножко хочу представить себя. Я гипнотерапист, терапевт, психолог с использованием гипноза. Также я являюсь целителем многих modalities: рейки, целитель, reconnection energy, theta energy и многих других modalities. Я этим уже занимаюсь давно, больше 10 лет. Я была в множестве школ, очень много курсов принимала, столько много книг прочитала. Просто с детства у меня был вот такой порыв, такая миссия, я всегда чувствовала, что я хочу лечить людей, сделать их счастливыми. Вот, поэтому я пошла на эту школу Агеева и хочу просто поделиться своими впечатлениями. Эта школа, это просто что-то вообще, даже рядом не стоящее, ни с какой школы, ни с какими курсами, ни с какими книгами, которые я раньше прочитала. Это просто меняет твою жизнь на до и после. Не просто Агеев нас научил, как лечить людей, как пропитываться энергиями Творца, как делать ангелотерапию, как выравнивать кости, выдвигать ноги, руки, если они не сбалансированы. Он просто научил нас, как жить вообще по-новому, как быть счастливыми, как наконец-то соединиться с Творцом напрямую, а не через религию, и как чувствовать его физически в своем теле, как чувствовать его эмоционально в своей повседневной жизни, проделывая эти практики, которые он нас научил за эти 7 месяцев. Даже если вы не хотите лечить людей, или быть целителем, или психологом, просто для того, чтобы улучшить качество вашей жизни, вы обязательно должны пойти в эту школу, потому что вы настолько поднимаете свою вибрацию, просто день и ночь, день и ночь. До того были страхи постоянные, тем более мы учились, когда была пандемия, эта паника была везде, а люди, даже те, которые не вникали, как я, не вникали в это, все равно чувствовали страх всеобщий. Но эта школа, это просто какое-то спасение было. Настолько она поднимает вашу вибрацию, что вы просто находитесь в счастье каждый день. Делая практики, конечно, да, вы чувствуете Творца, вы слышите своих ангелов, вы ощущаете их физически, вы чувствуете их присутствие эмоционально. Все страхи, которые у меня были, они все ушли. Я живу без страхов. Какие бы они ни были, да, они все просто ушли. Это просто потрясающе, потрясающе. Я такую школу никогда в жизни не видела. Михаил, он такой гениальный учитель в этом плане. Он просто вдалбливал нам все эти 7 месяцев, что мы дети Творца, что мы важные, что мы любимы, что мы в полной безопасности, и что у нас есть power, что у нас есть сила его, и мы можем делать такие же чудеса, как и он делает. Но это просто всем обязательно нужно, потому что это настолько поменяет вашу жизнь, что вы даже себе не представляете. Все страхи улетучиваются, на плохое настроение улетучивается, негативные энергии улетучиваются от вас, вы очищаетесь полностью от всех негативных энергий, лечите свое тело, лечите других, если хотите, своих там близких, родственников, любимых, собак и кошек даже. И это просто невозможно просто описать словами, как это поменяет вашу жизнь. Это я всем так сильно желаю. Это просто настолько сделает вас счастливыми, что даже нету слов описать.
Надеюсь, вы услышите меня и пойдете, запишете в эту школу. Я вам гарантирую, ваша жизнь никогда не будет той же самой.